Всем здравствуйте, с вами Спиделелкс, и сегодня я продолжаю проходить игру под названием Infra. Мы остались на том, что мы пошли опять в какую-то поеботину. Нет, мы хотели попасть в метро, естественно, не по-человечески, а через служебный вход. Нас привалило, и мы очнулись, ну или я же очнулся вот прям здесь. Вот. А так, глава 6, она называется «Общественный транспорт». Вроде так она называется. Вот, ну мы сейчас посмотрим, что это за общественный транспорт будет. Ой, бля. Ой, чуть мне в голову прям не прилетело. Так. Я хочу все их разбить. Вот так. Ой, мне прям, чтобы добраться до метро, это целое приключение. Почему я не могу по-человечески до него добраться? Это так сложно, типа там что ли или что? Так, лучше не рискать, потому что я, если упаду с такой высоты, то я умру. Так, что это? А, это как Skittles, как я понял, и молоток. Замечательно. Очень сочетающиеся вещи. Вау, здесь почему-то именно не Skybox сделал, а полноценное отражение. Ладно. Так, здесь опять бомжи отдыхали. Ой, жили. Может, и отдыхали. Я сделал кое-что ужасное. И что же? Мне пришлось убить Михаила Розенталя. Как ты так? Из-за него я не мог найти Холтера. Тогда ладно. Розенталь предупреждал его обо всех моих планах. Ясненько. Теперь этого ничего не знает. Я нашел место, где прячется Волтер. Да, и что же это за место? Это дом, в котором владеет Розенталь, но мне нужен план перед тем, как идти туда. Так, сейчас нам план будешь рассказывать, да? Я возьму Клеймана с собой, и мы вместе разберемся с Волтером. Ага. Ну, хорошо. Так, то есть я с ним буду убивать кого-то, ебать. А я ж просто работаю, типа, мне просто деньги нужны. А, хорошо. О, вот выход, выход, написано, вот выход. А? Так, есть кирпич. А, все, я понял. Ну, может, ты как-то откроешь вот так руку, просунешь, нет? А, я помню, как в Hello Neighbor, да, вот так. Сейчас опять все разъебется, да. А, нет, дверь открывается. Так. Ну и пойдемте. А, вот да. Даже я уже до этого странного метра доберусь уже. А то сколько ж уже ждать-то можно? А, это ее закрывать? Может, что-нибудь откроется, если ее закрыть? А, во-первых, сохраняем. Фу, блядь, сохраняем, а во-вторых, идем. Так. Ух, да, я прошел. Блядь. Да, я прошел. Так, ну теперь просто идем по этому тоннелю, который стоит целиком из плесени и грибов. Так, бля, я что-то хотел сказать, но забыл уже. Я же обрезаю все. Я обычно, когда говорю половину фразы, когда у меня грузится, я останавливаюсь. Ну, чтобы загрузился, я продолжу, чтобы вы ничего не заметили. Вот. Ой, блядь, да, кстати, наконец-то. Там туда еще можно пойти, но я туда уже не пойду, извините. Я вам не черепашка ниндзя. Так, где я вообще? А, это можно закрыть? Нет. Так, ладно. I don't think I can fit these in my pockets. Of all the doors that you could lock, it just had to be this one. Чё, бля, я не слышу. Я не слышу. А, вот. Ой, блядь.
Так, и чё, зачем я это включил? Can't carry any more of this. Точно. Наверное, мне нужно пойти как раз-таки именно туда. Именно вон туда, вон туда спуститься. И пойти вон туда, конечно же. Никак иначе. А что будет, если я это сюда вот так кинуть? А, ничего. Хотя да, что должно было случиться с предметом? Бля, это так странно выглядит и страшно. Вот так понормальней. А, все, я понял. Блядь, не понял. Блядь. Ага. That makes 10 packs of batteries for the flashlight. Так, окей. Так, осторожно, горячая поверхность. Чё, правда? Да чё-то не похоже. Так, лучше сохраню игру. О! Как в край эфире можно сделать. Может, что-то в механизме застряло? Может, кто-нибудь опять туда монтировку засунул? А, вот сюда. Блять, ну и куда мне? Бля, мне нужно было эту хуйню отключить. Почему он начал сдавать звук? Я понял, я эту штуку просто отключил, это оказывается, она там включила пол, блядь. Нагревается, вы поняли, да? Ура, теперь я могу смог это открыть, но это мне уже не нужно. Я где-то? Ебать. Так, здесь даже я приложить нельзя. Опа, что это? Список исправлений. Найти и устранить... Чего, блядь? Причину помех в... в этих дерьмовых приемниках. Для бесконтактных ключей. Туалеты. О, здесь еще что-то написано. Ну-ка, что здесь написано? Просто так ближе видно. Ладно. Кстати, я взял какую-то фигню. А, я понял. Так, мне туда не нужна, меня уже тошнит от этих вентилей, я хочу сюда. А чё я прислонить тогда не могу? Блядь, там... Люди ходят. Ой, блядь, фризануло. Так, а нужно, чтобы она не горела, что ли? Так. А. Ебать. А здесь? А ключами я не попаду, мне туда и не нужно. Ну, ладно. Хорошо. Ой, блядь. Ебать, машины ездят. Люди... О! Это, блядь, вишневая семья. Ладно. В смысле? Может, мне не надо было эту... out of order. Я же взял этот ордер, или что это такое? Меня ж не впускать везде должны. Чё, нет? И почему здесь нету, блядь, людей? Они же были там со мной в офисе. Почему здесь-то их нету нигде? Или... А, я понял, это еще заброшенные. Все еще. Так, кто это? Так, Михаил Розенталь. А. Что-то там, то ли он злодей, то ли наоборот, не знаю, не помню. Так, что это? А еще мармеладки. А. Ебать, а я могу уйти? Нет, не могу. Так, что это? Забастовки осень. Забастовка срот. Срут?
Союз работников общественного транспорта. В одно время с муниципальными выборами метро... А, ну, это где они будут проводиться. Ну, это неинтересно. Следующий. Следующий, я сказал. Ладно. Ключи. Сука. А ключи от чего? А я не знаю, давайте от этого сходим. Так, ну акты звал, да. Зал мне, наверное, не надо. А вот сюда мне, возможно, не пригодится. Здесь все от этой карточки. Работы. Может сюда? Так, ой, ебать, детализация. Ну хотя здесь везде такая детализация охуенная, но все равно. Вот здесь где-то окно, по-моему, открыто, да? А, нет. Просто здесь такое чистейшее, что здесь его не видно. О, что это? Колонизация. Какая-то музыка играет. Вы тоже это слышите? Все, теперь она не играет. Там может здесь что-нибудь полезное? Стальбургский сталилитейный. Чего? Сталилитейный, во. На. Чего? Заметка. Больше информации в архиве. Шкаф 5. Да, это надо сфоткать. Interesting. Да, очень интересно. Так, я бы сейчас за комп сел, если честно. Так, здесь мне делать нечего. А, нет, ключи, ключи. Здесь по-любому где-нибудь есть. А, шкаф. Шкаф 5 умножить. А, с 5 и 3. Но где этот шкаф? Я не понимаю, про какой шкаф вообще говорится. Блядь. Так, 5 умножить на 3. Так, 5 это, наверное... Бля, какой 5? А откуда я запутался? А, шкаф 5 умножить на 3. О! Ебать. Что это? А что это? А, блядь, это говно. Фу, мерзость какая. Блядь, я говно нашел. Вот это очень странно выглядит. It's not good. Я тоже так думаю. Блядь, здесь много Да, не очень. Блядь, я пусть их прям на окне, блядь, говно будет лежать. А, я придумал. Так, дайте мне еще говно. Там. Вот. Утренний кофе. Или утреннее кофе. Похуй. Да давай, блядь. Кофе с говном. Что может быть еще прекраснее? Ладно, пускай здесь будет аромат. Ну вот, ебать. А, это тот самый торговый центр, да? Так, может здесь куда-нибудь сесть можно? Но я что-то не уверен. А, это массажер. А, это ключ карты, кстати. Так, ну может теперь... Так, ладно, может это ключ карты там от чего-нибудь. Вот... Открыто, открылось. Ура, я на свободе. Чё, платить за туалет? Чё, ёбнутые? Блядь, давайте посмотрим опять три гнома. Чего? Женские писсуары? Такое бывает? А, это мужской, сука, я перепутал. Я бы... Всё равно писсуары странные. Блядь, теперь у меня будет фотка писсуара. Одного, большого, на всех.
Так, я думал, там типа прям очень будет низко, а здесь зачем тогда такие эскалаторы вообще делать? Ну ладно. Может, жирные там люди не могут. А, это я звоню. Так, хорошо. Уф, я на станции. Короткий путь, который ты мне послал, оказался грёбаной ловушкой, но у меня получилось выбраться в целом, не врубили. Вот только одна загвоздка. Станция не работает, походу я тут заперти. Снаружи какая-то агрессивная толпа. Твою мать, совсем забыла про тесто. Можешь повесить эти секундочку? Я постараюсь давить на нужные рычаги. Да. Блин, даже ее убрать нельзя, эту музыку дебильную. Блять, я еще сюда не могу залезть. Так, что здесь вообще есть? Так, газета, забастовка против... Ой, работников метро. Ну, просто про забастовку рассказывать мне что-то неинтересно прям вообще. О, давайте я сюда залезу. Ух, ебать. Вот это я паркурщик. Может, я что-нибудь найду? Вот, да. Окей, Марк, ты еще тут? Да. Я позвонил сотруднику метро, там неподалеку должна быть матрица. Он открыл для тебя дверь. Садись на резину и возвращайся в офис. Нам пригодишься здесь. Я скоро буду там. Да. А вам типа насрать, здесь какой-то мужик там с фотоаппаратом, с фонариком, вам в ебальнике в свете. Блять, они сейчас наверняка побегут, и мне пиздец. Wait, what was my pin number? Yeah, that was it. Да. Так, и куда мне с этим билетом идти? Оказывается, здесь можно проползти. Что ж, поебашили на метро, как я и хотел. Только, блядь, здесь людей нет, и все заброшено. Я думал, что я с людьми буду. Давайте пока посмотрим премьеру фильмов. Так, зарегистрируйтесь сейчас, чтобы приглядывали за вами. Идите нахуй. Так, молот 12. Подойди поближе. Ебать. Счастливые ритори. Блять, это охуенно. Так. И нужно, значит, пойти вот сюда. Да. Так, ну туда мне, наверное, не надо, и туда тоже. А лучше пойти вот... Бля, оптическая иллюзия какая-то создалась. Видите, он расширяет прикольно. Так, ну ладно. Ну опять здесь бомжи, блядь, лежали. Сука. Интересно, они куда-нибудь сохраняются? Типа, ну там, на устройство, я не знаю. Бля, нужно еще поломки. Жаль, что я вначале забыл про это. Блять, а ну кто сидит здесь. Так. Так, кто-то здесь ел. Наверное, с какого-нибудь японского ресторана, так что это. Выработка энергии на Стренбургской атомной электростанции удвоится. Бля. Печально, обидно. Так, ну прям как в этом. Минвал Раш, что такое же. Nice ride. Да вообще охуенно. Так что это? Так, это декабрь. Охуеть. Может, я там типа поеду, нет? Бля, я сквозь эту прохожу. А, вот, все, поехали. Бля, ты такая охуенная штука. В ней, наверное, так уютно. Здесь свет можно, наверное, включить. Да, вот же здесь светильник. Значит, где-то выключатель есть. Ой, бля. Ну вот. Да, снаружи нету, конечно, но ладно. Поехали. А как ехать-то? А? Может, здесь что-нибудь? А, ну, конечно.
Так вот хуйню я, короче, сделал. Не знаю, смогу ли я сейчас двинуться с места, но посмотрим. Лучше перестраховаться, да. Ебать, я несусь. Я бы здесь селфи сделал. Ух, ебать, можно сюда выйти. Там тоннель. Бля, знаете, может какое-то лиминальное пространство. Кстати, эту игру охуенно как лиминальное пространство используют. Бля, так уютно. Вот я только хотел скриншот сделать. Это охуенно. Особенно в темно... А что если я прыгну? А, ладно, ничего. Ебать! Ебать! Там такой город был детализированный, вот... Вот там. Кстати, зарядка-то нормально все. Так, ладно. Нужно будет потом удалить ее. Так, куда я еду? Бля, неужели я на эту станцию приезжаю? Сейчас еще буду головоломки решать. Ну, кстати, станция здесь круговая, так что все нормально. Ну, в смысле, не будет, я думаю, так долго там крутиться постоянно. Давайте по дуге. Ебать. Ух. Бля, чё здесь разъебалось? Бля, ну ж поломки фотографировать, я не успел. Чё-то как-то я замедляюсь. Бля, дружите, какие-то страшные хуйни будут. Я лучше вот так... Всё... Бля, так ещё уютнее. Что? Открывается с этой стороны. Что с этой стороны? А здесь оно вообще прозрачное. Бля, там страшно. Здесь прям вообще так, такой вайб. Или как это хуйня модная называется. Так, давайте мы на улицу уже выйдем. Ой, выедем, а, блядь, как там? Выехим, во, выехим на улицу. Так, а, блядь. Блядь, что-то все. Ебать. Сука, на мясе по пизде пошло. Может, мы поплывем? Ну да, блядь, это ж новый технологичный. Блять, он так выглядел охуенно. Не, нужно одевать отсюда скорее, с этого города. Здесь все, блядь, ломается. И метро. Блять, каким-то крысам я, наверное, сейчас приехал. О, вот сюда я точно могу. О. Вставляйся. Говно. И... Must be careful not to go to the... Здесь даже по пояс ему не было. Ну, почти было, но не было. Блять, вот почему все и в этой игре тоже идет по пи... Ага. И там куда-нибудь туда пойду и вылезу. Я же забываю, что время нужно пройти, чтобы он открыл. Так.
Чё? Так она вверх уходит, эта труба. Обе эти трубы уходят вверх. Так. А, там же еще дверь это была. Сейчас. Очень, кстати, круто, что стамин у меня не кончается, но хотя я и бегу, как дохлая лошадь. Сука, я вот здесь вообще бы дырку не увидел. К счастью, здесь я сам понял, что нужно делать. В смысле, блядь? Во, все прекратилось. О, да. Ладно, прыгать я не буду. Может, мне не дамажит? Так, здесь вентиляция просто. Блять, а там канализация, да, какая-нибудь? Ну, хай вообще это место все еще нужно, я до сих пор не понимаю. Так. Продолжаем. А, блядь, для вас же это 1 секунда прошло точно. Блядь, тут какой-то Кока-Коле или что это, блядь? Это реально Кока-Кола. Шейдер. Шейдер охуенный. Так. Опа, души. Это ж кипяток должен быть. А, кипяток мне ничего не делает, да? То есть в холодной воде, которая мне по пояс, я вздыхаю, а в этой нет. О, да, это было так сложно обосраться. Ну, типа. Ой, ебать. Бутылочка. Ой. Нас, сука. Опа, а здесь что? Так, а здесь какая-то... пещера. Бля, как здесь странно за винтажные лестницы сделаны. Блять, я за 1 секунду могу сразу на 100 ступеней подняться. Блять, нужно же там поломку было чинить. Похуй. Ой, не чинить поломку, я помню, сказал чинить поломку. Я имел в виду... Фоткать нужно, как я там, типа, разъебался, блядь, я забыл что-то. Блядь. Что это? Блядь, я подумал, это кто-то то ли стоит, то ли еще какая-нибудь хуйня. I still have 9 packs of batteries left. А, хорошо. Мне Бог открыл, да, или кто? Бля, бежим. Так, я на нюк попал, окей. Замечательно. Очень громко пищит сигнализация. А, ну хотя да. Так, сюда, куда... Где выход из этого говна? О, так, это первый этаж. Значит, где-то должен быть выход. Ебать. Так, ну там точно его нету, я думаю. Охуенно лиминальное пространство. А, нужна оранжевая карта. Блять, все осматривать нужно. Где же эта ебаная карта? Нахуй? Так, да где эта сраная оранжевая карта находится? Интересно, а есть мод на этот фотоаппарат в G?
Гарри смут. Что? Оно открылось? Как? Может, мне кто-то ее открыл? Блять, здесь вообще зеленая нужна. Так, говно какое-то, что еще? А, блядь. А здесь я, по-моему, все двери пооткрывал. Так, центральная. Этаж 5, выход. Выход! 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 Слышите? Выход! Насрать на. Сука. А, ой. О! Так, вот здесь можно отключить эту пыль пищащую. Здесь, наверное, ключи должны быть. На столе, вот здесь бы поместили бы ключи какие-нибудь. Опа! Так, я исключил какую-то хуйню, наверное, должно это что-то... что-то повлиять. Помните вот эту раздевалку? Так вот. Да, я просто, типа, не подумал, что именно в раздевалке могут быть ключи. Я вообще ушел в самую жопу. А, вот. О, ебать. Опять та самая банька, парилка. И я теперь смогу зайти в комнату управления и, наверное, получить желтую карту. Потому что это будет логичнее всего, потому что ее нигде нету. Я думаю, что... Я думаю так. Когда здесь какой-нибудь хуйню... Блядь, как же много здесь всего. Боните меня палкой, это... Это что за... Ха-ха-ха-ха. О, что это? А, так можно было? Ладно. Так. Сейчас. Чтобы вы понимали, это карта... Мне начинает казаться, что ты, наверное, пытаешься меня убить. Что? В драном тоннеле кранты. Смотрите тоже. Я сейчас в каком-то подземном сооружении, похоже, оно было сложно добраться сюда невредимым. Я почти сгорел дотла в одном из коридоров. Звучит дерьмово. Как бы то ни было, рад, что ты жив. Думаешь, можешь найти способ выбраться оттуда? Что ж, похоже, у меня нет выбора. Я тебя наберу, как только выберусь оттуда. Короче, это оранжевая карта лежит. Вот, блядь, в этом унитазе. Пиздец. Так, ну здесь, наверное, должна быть оранжевая. Так, ключи. И компьютер, так. Водоочистительный пыхтит. Может, пыхтит? Я пытался связаться с тобой весь день. Хочу тебе рассказать о кое-чем странном, что произошло на водоочистительной станции... Питхит. Когда никого не было, какой-то чувак зашел и отремонтировал почти все. Я не знаю, кто это был, но я хочу, чтобы он здесь работал. Вода в тоннелях Бергмана почти остановилась. Блять, ну здесь все свои жалобы, короче, рассказывают. А, вот это. Не знаю, о чем думает босс, но уверен, что пытался скрыть нашу маленькую проблему. Ну да, это проблемы, блядь, все рассказывают. Мне вообще похуй на проблемы. Так, ну окей, у меня есть ключ. И наконец-то карта. Я так и знал, что она там будет. Опа. Томас Белк. Охуенная фамилия. 10 из 10. О, что это? О! Так, от этой двери карточка подходит. Сломано. Чё у вас, блядь, всё сломано? Куда я не пойду, всё сломано, сломано, блядь. На вагонеточке. Да, по-моему, я её быстрее бегу. А, что? О, сейчас меня кто-то убьет. А здесь, наверное, нужно все включить. И тогда что-то заработает.
Блять, опять я ебусь с этими трубами. Вот, блять, я просто ехал. Знаете, мне кажется, вот этот человек скоро станет нашим главным злодеем. Апа, опа, апа, опа, еще вентиль. Вот только, правда, от чего он может быть нужен? Опа. Блять, я понял где. А, я думал в эту, ну ладно. Кстати, зачем эта дырка нужна, вот эта? Вот. Мне интересно просто. Так, все, насос я, получается, включил. Еще какую-то фигню, наверное, надо, да? Опа, блять. Что это? Бля. Ну, а это просто существует. Оказывается, вот эти двери открылись. А вот это, блядь, не открылось. Так. О, а сигареты? А, блядь. А чё нам лично было? Ладно, наверное, это движок Stores такой, потому что когда нагружаешь на... нагружается новая карта, наверное, они могут быть активны в вагонетке. Может быть, не знаю. Ну да, маленькая, конечно, вагонеточка, не как тот поезд. А если я прыгну? Бля, нет. Ну да, лучше было бы отпуск взять. Не ходить на эту, блядь, поеботину, а то я мучаюсь. Только я, правда, не понимаю, куда нужно идти. Так, я понял, охуенный общественный транспорт. Да. Все-таки, может, проблема не в городе, а этот человек все подстроил, как он сначала сказал. А то я, типа, очень много раздыхал, очень много приключений у меня было. Что-то здесь нечисто. Так, и вот так пешком, да, получается? Блять. Это очень лиминальное пространство. А, опять. Здесь, как всегда, ключи, да? Или что-то типа, что это? Коды доступа. Ладно. Я просто в гайде там посмотрю, какую вводить нужно, чтобы там самому не фоткать, не ебаться идти. Я просто посмотрю все. Так. Охуенно, они что? О, да. Так, окей. То есть, как я понимаю, дальше пешком буду. Ну ладно, зато ноги разомну. Закрылась дверь. Что-то сильно прям трясется. Так, здесь лучше всего встать. Нет, не лучше всего. Ну, короче, как-то должно открыться. Я не знаю как. Открывайся. Пизда. А, нет.
Блять, она, оказывается, открывается. Да, это было легко. Знаете, мне кажется, это вот этот там сидит такой и открывает дверь в последний момент, чтобы я спас. Это же гениально. Так, это выход на свободу, да? И мне опять придется сюда идти, как с канализацией, чтобы достать там какой-нибудь ключ, да? Ой, блядь. Бля, я понял, там Блять. Ну, я понял. Просто пополнение для батарейки. Я не пройду, да? Ебать. Так, вагонетка, кстати. Я бы залез сюда, но я не могу. Почему? Потому что главный герой тупой еблан. О! Can't carry any more of this. Кстати, я прошел уже почти половину игры. И обратно меня не выпустит, да? А, выпустит. Так. Обязан залезть, поставив два ящика. Ну что иначе, да. Никак невозможно было бы. Здесь, блядь. Я такой высокий, я охуел. Я думал, я вот таким типа буду. Они дамажат вообще? Ух, ебать, это что? Опять здесь бомжи. Почему здесь везде, где я нахожусь, везде живут, блядь, бомжи? А как мне... А здесь больше никак нельзя. А. Блядь, я его не заметил, как всегда. А, все, я понял. Гениально. То есть нужно, блядь, и здесь всунуть, блядь, головоломку. Блять, моментально я просто сдох. Даже шанса никакого у меня не было выжить. Все, блять, ура. Блять, какой пиздец, когда она уже кончится? Это... Ну, игра меня тоже интересует. Ну, хотя бы примерно понятно. Я имею в виду, когда глава кончится. Потому что мне... Вот я пройду шестую, и мне останется еще три главы. Седьмая? А, не, блядь, еще четыре. Ебать. Фотки, блядь. Ой, блядь. Охуенное метро. Так, это меня убьет? А что оно меня не убивает? Это же электрорельс, кстати. Ебать. Какая... Охуеть. Ебать. Выход. Выход закрыт.
Что за реклама? Новый Никио, ебать. Тариф, расписание, ну ничего не интересно. Просто меня это поражает. Опа, я звоню ему. Так, нужно присесть. Great. There's no signal. А, блин. А, мне, наверное, туда и не нужно. Опа, там лестница. В вентиляцию. Интересно, а так бы я смог залезть, ну, если именно в реальной жизни главный герой? Что? А. Ладно. Ой, блядь. И я в другом выходе. Офигеть. Сделайте еще из 10 таких дверей закрывающихся, чтобы точно туда не проник. Никто не проник. Так, ебать, здесь еще стульчики, сиденья. А, это бизнес-класс, короче. Так, здесь обычный для бомжей. Ну, это ладно. Так, а, здесь все уже, да, для бомжей. Да, лифт, конечно же, не работает. Блять, я один на огромной станции. Это ж охуенно. Я могу делать здесь все, что захочу. Линия Истпорт. Так, а здесь что мне делать? Блять, туалет закрыт. Если я сайт захочу. О, дверь открыта. Ну-ка. Чё здесь? Блять, здесь уже апартаменты какие-то нью-йоркские. Так, и спуск с другой стороны. Ладно. Блять. Ладно, здесь пугает только смерть. И больше ничего. Так... Чего паранормального, как я понял, не будет. Ой, я опять в жопу какую-то полез. Что ж такое, блядь? Только я выбрался из говна и присутствовал на очень крутой заброшенной, правда, к сожалению, но все равно станции. И даже стоял поезд. 4, 1, 2, 3. Бинго!